на честном слове и на одном крыле. Они остались без сцепления, у них сломался бортовой компьютер. Они не знают, доедут ли до финиша, но все равно стартуют. Сегодня самый долгий день Дакара для всех и самый тяжелый для украинской команды. 12-й день Дакара – це тера інкогніта. Гонщики перетинають кордон із Перу. Никто не ожидал, что перуанская земля окажется такой суровой. Как только гонщики пересекли границу с Перу, началась настоящая полоса препятствий. Машины делали сальто, падая с обрывов, застревали посреди горного потока, тонули в песке. Менеджер украинской команды получил сообщение. У экипажа 343 серьезные проблемы. Вадим Нестерчук попытался вытащить из ямы российских гонщиков, и в этот момент у него сломалось сцепление. Потом отказал бортовой компьютер. 343-й нужна помощь, но механики в нерешительности. Ехать придется навстречу гоночным машинам. Против канала как бы два варианта. Есть опять же пессимистичный и как бы оптимистичный. Пессимистичный, что у вас кто-то въедет и поубивает людей. Этот вариант отпал сам собой. Техничка не может никуда ехать. У боевой спортивной машины оборвался амортизатор. У машины технической поддержки вышло из строя сцепление. Одна надежда на пресс-кар, но у нашей машины закипает двигатель. И если она выйдет из строя, нет надежды. Мы вышли из гонки. Неужели гонка закончена? Не знаю. Не хотелось сходить, конечно. Но надо думать, что никто сходить не будет. Что, мы зря кричали «Украина вперед», что? Нона, любимая девушка пилота, не теряет надежду. Да, будут идти, будут ехать. Я знаю Вадима, знаю его характер. А в это время Вадим и Лоран сами сумели устранить неисправность в электросистеме, но так и не смогли починить сцепление. На спецучасток должен ехать пресс-кар. Трасса может быть абсолютно непроходимая. Для бытовой машины. То есть там песок, там реки, броды. Риск есть, выбора нет. И вдруг на контрольной точке появляется грузовик Марка Пьяна, французского пилота украинской команды. Which kilometer? На каком километре, Вадим? На 15-м. No. На 15-м? О, нет, я его там не видел. Я не могу ехать против движения, они меня убьют. Он понимает, ему нужно ехать за Вадимом. У Нестерчука серьезные проблемы, и сейчас Марко Пьяно попытается доставить на спецучасток необходимые запчасти. Как только Марко скрылся в пыли, на контрольной точке показался автомобиль Нестерчука. Пилот махнул рукой, мол, встретимся на асфальте. Эти запчасти пока не понадобились. Похоже, удача пока еще на нашей стороне. До финиша спецучастка 150 километров. Проблем под капотом оказалось гораздо больше, чем мы думали. Мы прыгнули и ударились носом, повредив передний амортизатор. Сцепление так и не появилось. Попытаемся без сцепления проехать этих 150 километров. Погорели там провода, мы зачистили, закрутили их. Пока что, в принципе, вроде бы едет. В лагерь 343-я въехала за полночь. Как она будет стартовать утром, пока не ясно. Но то, что старт состоится, команда не сомневается. Это еще не финиш. На наших футболках написано, мы никогда не останавливаемся. Мы никогда не останавливаемся. Пристрасті не вщухають навколо можливої нелегітимності хаммера Робі Гордона. Суперники відверто звинувачують американця у шахрайстві. Приїхати на Дакар і боротися з іншими шахрайськими методами – це не дуже добре, чи не так? Не в захваті від швидкості Гордона і його прямий конкурент – Нані Рома. Я не можу сказати на камеру, що думаю про Гордона. Якщо їм це не подобається, я ставлю затулку і все одно виграватиму. Це не дає переваги. Агресивні слова. Та чи зможе Гордон продовжити боротьбу з Міні за перемогу і фінішувати на подіумі в Лімі? І, схоже, 12-й день Дакара дав відповідь на це запитання. Робі Гордон втратив більш ніж півтори години. Спершу через проблеми з деталлю карданного валу, а потім через забите брудом щеплення. І, по суті, вибуває із боротьби за перемогу. І результат розгляду апеляції може не мати значення. А
А переміг на цьому етапі Стефан Петеранце. Француз провіз більше 3 хвилин напарнику Нані Рома і тепер виграє у іспанця майже 23 хвилини. Для 10-ї перемоги на Дакарі Петеранцелю треба не розгубити цю перевагу на фінальних 550 кілометрах найтяжчої гонки на планеті.